Жертвы ЕГЭ. 7 школьников накануне были удалены с госэкзаменов. Об этом сегодня сообщили в областном департаменте образования. Из классов экзаменующихся выгнали из-за того, что у них обнаружили телефоны и учебные справочники. Наказание провинившихся ждет достаточно суровое. К пересдаче они будут допущены только в следующем году. Кроме того, им грозят еще и штрафы от 3 до 5 тысяч рублей. Добавлю, что в Красноярском крае школьник пытался повеситься из-за того, что его не допустили к сдаче ЕГЭ.